Здравствуйте, дорогие друзья! 10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, выдающегося русского поэта-демократа, издателя и общественного деятеля. В его поэзии нашла свое воплощение целая эпоха русского общественного развития. Некрасов сблизил поэзию с народом, ввел в литературу новые темы и образы, обновил и расширил поэтический словарь. Луначарский писал, не принижая ни на минуту великих алтарей Пушкина и Лермонтова, мы все же говорим, нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед которым с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова. Наша детская библиотека носит имя великого поэта и гражданина Николая Алексеевича Некрасова. Мы знакомим наших юных читателей с его жизнью и творчеством.